Девочки, где вы? Где вы? Помогите! Теперь тебя никто не спасет. Верни мою битую бабку. Где же бабушка? Где же бабушка? Куда же она пропала? Придумала, позвони Юле. Привет, Юляш, бабушка пропала. Бабушка пропала. Срочно приезжай. Куда она делась? Она пошла в лес за грибами, там и пропала. Скоро приеду. Буду тебя ждать. Все, пока, жди меня. Ну все, пока. Найти. Тогда я Джулю возьму. Точно, так быстрее мы бабушку найдем. Все, пойдемте быстрее бабушку искать. Идем. Где бабушку искать? Отец Малек пожаловал. Бабушка, ты где? За бабкой за твоей пришли. Куда она делась? Где ее искать? Да съела я ее уже. Сейчас ты вас съел. Тут страшно в лесу. Да, поэтому я и вызвала тебя, Юляш. Хорошо, что мы собак с собой взяли. Это точно. Что-то не надо, я ухожу. Нинелька, давай собак отпустим. А давай, может быть, они бабушку найдут. Ну все, ищите бабушку теперь. Убежала. Что этому монстру от меня надо? Куда Матильда побежала? Пойдем, может, она бабушку нашла? Матильда! Матильда! Что тебе от меня надо? Матильда! Матильда! Наконец-то осталось мне этот монстр! Значит, бабушка где-то рядом. Где она может быть? Куда же она пропала? Где я? Куда я попала? Ой. Где же нам бабушку искать? Куда она делась? О, телефончик! Значит, бабушка где-то рядом. Давай ее позовем. Давай. Бабушка! 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 Кто-то зовет меня, значит, выход там. Девочки! Мы нашли бабушку.
девчонки, пойдемте быстрее домой. Я вам все дома расскажу. О, я с ними не справилась. Совсем старая стала. Мне без Биты совсем плохо. Придется очень на голову помощи просить.